Жертв требует не только красота, но и искусство. Репетиции к 80-летию Ульяновской области стали для артистов симфонического оркестра настоящим испытанием. Низкая температура в зале Ленинского мемориала для репетиции затрудняла работу музыкального коллектива. Страдали и сами сотрудники, и дорогостоящие музыкальные инструменты. Был такой, да, там и в куртке надевали. Ну, хуже всего то, что инструменты, духовой инструмент, появляется вода, конденсат заливает клапаны. С 2019 года идет реконструкция здания Ленинского мемориала. Отопление работает частично в связи с ремонтными работами. Об этом рассказала глава профильного ведомства Евгения Сидорова на штабе по комплексному развитию региона. Сегодня система отопления функционирует не в полном объеме, то есть смонтирован только один из трех блоков, отремонтированная была введена в эксплуатацию по временной схеме для поддержания в здании положительных температур в целях сохранения интерьеров. Из-за работ по внутренней отделке в Ленинском мемориале репетиции стали проводить в ДК «Руслан». Но постоянное перемещение инструментов и поездки всего коллектива в Заволжский район были неудобными. Параллельно искали площадку в Правобережье. Разговаривали с разными организациями, разговаривали с Дворцом детского творчества, разговаривали с «Современником», с «Патриотом», со всеми концертными площадками, которые могли бы вместить большой симфонический оркестр. Решением проблемы стал перенос репетиционной базы оркестра в ДК «Губернаторский». Здесь теперь проходит большая часть подготовки к выступлениям. Хотя работники и ждут возвращения в родной Ленинский мемориал, репетиции в «Губернаторском» их устраивают. Ну, конечно, нам здесь очень комфортно, тепло, уютно, просторно. И весь оркестр может спокойно сосредоточиться на работе. И, конечно, это очень правильное, прекрасное решение, за что мы благодарны и руководству зала, и всем причастным. Теперь музыканты репетируют в комфортных условиях. В ДК «Губернаторский» будет проходить основная подготовка к выступлениям до окончания работ в Ленинском мемориале. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.